использовать это. Мы сейчас будем учиться расслаблять шею, потому что вот здесь у нас очень много зажимов, наростов и всего-всего-всего нехорошего. Поэтому берем вот такую палку, я взяла вот лосьон, вы можете взять все, что угодно. И мы сейчас начнем расслаблять нашу шею в голову. Берем и начинаем отдавливать, сильно ведем вниз по шее до плеч. И посерединке. И сбоку. Прям сильно надавливаем и проминаем. И сжимаем. Но прям расслабляет эту часть. И прям катаем, прокатываем. Продолжаем. Давить и катать. Вот у кого головные боли, не менее рук. Вот это вот упражнение вам очень-очень сильно поможет. Прям прокатываем, прям нажимаем. Можно заходить еще ниже. Да, и вот таким образом массируйте каждый день, ну хотя бы по минуте, минуту-две. Берем либо валик, либо вот я скрутила полотенце, у меня получился валик. Значит, очень часто бывает, что вот приходишь там с работы или откуда-то уставшая, и шея очень напряглась, потому что если вы целый день, да, сидите вот с такой шеей, а голова тяжелая на весь несколько килограмм, идет очень сильная нагрузка, да, вот на все вот эти вот мышцы. И вы пришли домой, вам нужно расслабиться, да? Что вы делаете? Вы берете этот валик, кладете под шею. Сейчас скажу. Кладем под шею и просто лежим. Закрыли глаза, лежите, расслабляете шею, лежите, ну, начните там с 2-3 минут. Вот вы лежите, полежали 2-3 минуты. Давайте полежим сейчас хотя бы минуту. Можно закрыть глаза. Не знаю, меня видно, нет? Вот так, наверное, будет удобно. Лежим, под шею подложили, лежим. Полежали. Теперь полежали так минуту или две. Если есть время, можете больше. Голову повернули направо и также лежите. Расслабляемся. Дышим глубоко. Спокойно. Прямо опять. И налево. Возвращаемся. Опять прямо. Отлично. Поднимаемся. Вот это упражнение вы вообще можете делать каждый день без проблем. Оно клевое, оно вот прям помогает расслабить шею от всяких зажимов.